В уезде Чунли, провинции Хэбэй, стартовал 8-й китайский международный лыжный фестиваль. Он организован Государственным управлением по делам туризма КНР и народным правительством провинции Хэбэй. На церемонии открытия выступили около сотни китайских и зарубежных спортсменов и любителей. В рамках фестиваля пройдет более 150 спортивных и культурных мероприятий. Фестиваль продлится до апреля 2017 года. Напомним, Чунли находится в 240 километрах от Пекина и представляет собой крупнейшую лыжную базу на севере страны. Каждый год уезд посещают в среднем 400 тысяч туристов. Здесь пройдет часть соревнований в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года.